בתחילת יולי 1942, לאחר 250 ימי מצור, כבש הצבא הגרמני, תחת פיקודו של הגנרל פון מנשטיין, את העיר סבסטופול, הבסיס העיקרי של הצי הסובייטי בים השחור. קף ההגנה הסובייטי האחרון על החוף היה סוללה 35. В начале июля 42 года стояла вот такая же жара. 38 градусов. Да, да, примерно 38 градусов. Севастополь уже в руках у немцев. В ночь с 30 июня на 1 июля с Херсонесского аэродрома улетает командование Черноморским флотом, покидает Севастополь на 14 самолетах вместе со своими военачальниками. Вот здесь, вот перед нами, вот этот маленький кусок скалы. И вот с этого языка каменистого туда был протянут деревянный временный причал. Возле этого причала находится шхуна. И на этой шхуне в сторону моря, туда глубже в море, или, как мы говорим, мористе, на грунте лежат две дизельные подводные лодки. На этих лодках уходит командование Приморской армии, береговой штаб береговой обороны. То есть командование покинуло Севастополь. Остаются защитники. Куда отступать? Куда отступать бойцам Приморской армии, которая 250 дней к тому времени уже держала оборону Севастополя? Гарнизону Черноморского флота. Они идут сюда. Кто здесь остается и сколько? Здесь остается почти 80 тысяч бойцов Приморской армии и краснофлотцев Севастопольского гарнизона. Бои продолжаются здесь. Представьте себе, вот такая же жара, под 40. Спрятаться некуда. И самое страшное, здесь не было даже воды. Вот в такую жару все родники пересыхают, реки тоже. Крым всегда страдал от отсутствия питьевой воды, и вот тогда начинают пить морскую воду, бурую, от крови. Врачи советовали пить собственную мочу. Если пьешь 3-4 дня морскую воду, отказывают почки. Каждую минуту, буквально каждую минуту здесь падают снаряды. А падают куда? Падают на людей. Здесь нет медикаментов, здесь нет еды, здесь нет боеприпасов. По свидетельствам очевидцев, на каждые полквадратных метра вот этой вот земли приходилось по одному убитому. Сколько попало в плен? Если верить противнику, фельдмаршалу Манштейну, то вот в своих воспоминаниях он пишет, что только 4 июля вот здесь, из-под скал, вот здесь, да, из-под скал Херсонесского полуострова вышло 30 тысяч пленных. Многие выбирали для себя смерть вместо плена. Эти мальчики, эти краснофлотцы, отстреляли их в первую очередь, увидев только тельняшку. Они брались за руки и вот так вот группами шли назад, вот к этим обрывам. Вот так они вот брались, так, да, и шли назад. И шли назад, вот к этим обрывам. Падали вниз, а внизу скала. И море, как вспоминают ребята, оставшиеся здесь, прошедшие плен. И море вот здесь, вот у берега, напоминало аквариум, в котором 6, может быть, 8 слоев плавали мертвые. בוריס גלמן, עיתונאי מקומי, סיפר לנו על גורלם של יהודי סבסטופול. После вступления германских войск в Севастополь были расклеены по городу и прошли объявления о том, что евреям необходимо прибыть 12 числа утром на стадион для того, чтобы потом развести их на сельхозработы. На самом деле, когда они пришли туда 12 числа, у них забрали все вещи и ключи от квартиры, которые обязали их привязать туда бирочку с номером дома и квартиры. Ценные вещи у них забрали, а вещи вообще сложили кучей на стадионе. Во второй половине дня к стадиону стали прибывать крытые грузовики. И евреев начали постепенно развозить по местам, заранее предусмотренным для расстрела.
Что было с теми, кто не пришел и на регистрацию, и на 12 июля? Ну, многих из них выдавали люди, которые пошли в услужение к немцам. И те полицейские, которые здесь были набраны из местных людей, они их просто выдавали и отправляли их с немцами, которые приходили их забирать. Во многом все зависело от того, как к ним отнесутся соседи. Потому что некоторые соседи просто приходили в полицию и докладывали о том, что эта семья еврейская, но она укрывается. Такие случаи были не единичны. Куда отвозили евреев из стадиона? Их развозили по разным местам, но основная масса была собрана вот неподалеку от этого места. Это было Клавское шоссе. Это было, значит, начальное кладбище, которое здесь строилось. И в основном пустырь в то время был. Но там, видимо, была такая траншея, куда можно было бы сбрасывать расстрелянных. Поэтому они выбрали это место. Об этом стало известно намного позже. Сейчас мы едем вдоль забора, где в 1976 году раскапывали траншею для того, чтобы проложить какой-то трубопровод или просто обозначить место, где будет забор этого кладбища. До этого времени не мог никто точно сказать ни количество расстрелянных, ни то, как это происходило. И когда раскопали, комиссия обнаружила, что на этом протяжении было примерно обнаружено костей, которые составили число до 3000 погребенных там. Все, что осталось от людей. Поэтому цифра вот эта входит теперь в число тех, кто был расстрелян на этом месте фашистами 12 июля 1942 года.